Итак, сегодня по многочисленным просьбам представляем вам видео о процессе калибровки тока записи на магнитную ленту на аппарате Akai GX-F91. Включаем наш аппарат. Берем стандартную кассету Sony EF. Вставляем наш аппаратик. Основные кнопки управления декой продублированы на передней панели. То есть стоп, воспроизведение, перемотка, открыть кассетоприемник. Ну и волшебная кнопка открытия знаменитой двери в этой модели. Космические технологии. Нажимаем. Дверь отъезжает, и в нашему вниманию представляется очень много кнопок. Одна из которых является калибровка типа ленты. Сейчас мы немножко поближе подвинем камеру, чтобы было лучше видно. Вот, калибровка ленты называется кнопка тюнинг. Нажимаем. Происходит процесс калибровки. Лента. На ленту пишется специальный сигнал, потом он воспроизводится и подстраивается ток записи под конкретную ленту. Вот, деке наша лента понравилась, написала готово, зелененький светодиод, можно начинать запись. В случае, если лента плохого качества и процесс калибровки не пройдет, загорится красный светодиод, ошибка. Данный тип ленты можно записать во внутреннюю память аппарата. Кнопка Write записать и выбираем одну из четырех ячеек, например, ячейка номер один. В следующем, если будем использовать конкретно этот тип ленты, можно вызывать из памяти уже запомненные параметры тока записи. Кнопка Call, калибровка, выбираем из двух, вот можно запомнить четыре типа ленты, у нас сейчас в памяти занято два. Выбираем нашу Sony EF, которая записана в ячейке номер один. Таким образом происходит калибровка тока записи под конкретную ленту. Также еще в деке присутствует ручная регулировка тока подмагничивания, кнопка BIOS. И при записи можно использовать различные типы индикаторов. Пиковый, усредненный, который переключается кнопками на передней панели. Также дека нам подсказывает конкретно максимальный уровень записи на данном типе ленте. Нормал в данном случае. Он по параметрам производителя может быть не более плюс 1 дБ. Вот такой вот у нас космический аппарат. Akai GX-F91. Закрываем нашу волшебную дверь. Процесс завораживающий. Дверь закрыта. Достаем кассету. Выключаем аппарат.